Этого карпа я поймал на донку фидер на бойл 31 июля 2013 года на озере в Калининграде напротив Балтики мотеля. К сожалению, фото-видео не было с собой, поэтому уже фотографирую чищенную. Вот и пачка сигарет по сравнению с этим кабанчиком. На удивление, впервые в моей, так сказать, практике карп такого размера. Удачи всем в рыбалке. Красавец. Даже почищенный, и то красавец. Сколько ж пачек? Раз. Два. Три. Четыре. Почти 5 пачек сигарет в длину. Вес тоже приличный и хороший. Поэтому мы радуемся, радуемся. Будем запекать на мангале. Удачной рыбалки всем и вся.